Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SEM под номером 35643. Это у нас пилоты РККА. Ну, первое, что мы видим, красивый глянцевый боксар. Далее мы открываем коробочку. И что мы видим? Коробка из плотного картона. Так, далее. В наборе нас ждет два маленьких яичка и инструкция. Сразу откладываем. И сейчас я вам покажу краски, которые компания SEM предлагает нам приобрести для окрашивания данной модели. Палитра, как вы видите, Revel It Me. Это очень отлично, так как краска Revel, краска Tony, она, как правило, одна из самых популярнейших. Ну, теперь первое, что мы видим здесь, это два литника. Подписаны номера деталей. Номера деталей также подписаны на книге. Далее, окончательный вид наших фигур. Буквенное обозначение, это цвета краски, которые необходимы. Цифровое обозначение, это у нас получается номера деталей на книге. Далее, открываем пакетик и что мы видим. Как я много раз говорил, кто собирал миниатюру SEM, тот знает, качество у них отличное. Ну, давайте сейчас непосредственно. Здесь у нас... Так, сколько у нас? Два, что ли, водителя? Да, два водителя. Один у нас дан в летней форме. Тут у нас, получается, на форме есть медали. Хорошо пролитые видно. И второй водитель у нас дан... скажем так, в зимней форме, в телогрейке. Ну, теперь давайте непосредственно к нашему обзору. То есть стыка пресс-фор на данном леднике нету. На данном леднике также данного стыка нет. Лица прилиты хорошо, все прекрасно видно. Далее, запястья они на руках. То есть бывает, что, конечно, отдельно, но тут все уже соединено. Пальцы, все видно, все прекрасно. Проливка отличная, то есть каждая пуговка, все это отдельно сделано. Это очень радует. Качество супер. Далее, солдат в зимней форме. Форма положения у солдат сидячая. Ну, тут также все хорошо. Стыка пресс-фор нет. Лицо пролито хорошо. Ну, больше даже касать-то и мне нечего. На этом я закончу обзор. Если вы любите миниатюру 35 в масштабе, то эта модель должна быть обязательно у вас. Особенно, даже если вы любите автомобили, то она тоже должна быть у вас, потому что это прекрасное дополнение для вашей модели. Всем спасибо, всем пока.